Мадрид, 1956 год. Начали. Начали! Сколько раз обещала себе ни одной интрижки на площадке. И тут он. Все ясно, роман с первого дубля. Свалилась на мою голову. Тоже мне королева. Сеньор Фонтиверос, сеньор Берман и сеньор Шпигельман спрашивают о вашем желании участвовать во второй части. Вот увидишь, какая мощь у этих американцев. Нет, нет, сори, сори, уходите. Стоп! Нет, не стоп! Стоп, стоп! От режиссера Фернандо Труэмы. Мистер Скотт, я не очень понимаю эту королеву. Актеры фильма «Девушка твоей мечты» встречаются вновь. Звездная жизнь такая тоска. Будем ей за общим столом. Фонтиверос сейчас в Куэлгамурус. Это что, тюрьма? Чтобы снова сыграть... Мы должны ему помочь. Мы ему? В свои главные роли. Ты, эта шайка засранцев, ничего не понимаете в жизни. А ты все понял? Ты шутишь, детка? Ну и где ты увидел здесь детку? Сеньор, мы готовы! А что мы, собственно, можем? Жалкая горстка комиков. Что-то не так? Нет. С чего мне верить тебе? Если все выгорит, мы взорвем это болото. Я уже не молод. А для секса ты всегда молод. Ванилья, не лезь в кадр. Почему? Не понял. Нет. Там сейчас христиане. Да плевать. Это что такое? Пенелопа Круз, Антонио Ресинос, Неос Асенси, Анна Белен и другие. Меня уже начинает тошнить от этой Сабель. Зануда и истеричка. Королева.